Всем привет, дорогие друзья! С вами Спектр, и вчера произошло одно событие, которое просто перевернуло всю мою жизнь. Я уже год провел с этим автомобилем в GTA Online и просто не мог с этим смириться. На вчерашнем стриме я взял и продал свой самый любимый автомобиль в игре. Это Гепард. На него я купил офис и купил склад. Господи, я просто не могу об этом говорить. Я не знаю. Мне так плохо без этого автомобиля, я просто не могу. Блин, боже, зачем я это сделал? Зачем я это сделал? Я не могу так. Я не могу просто. Это пиздец.